Армия фанатов этой казахстанской звезды растет ежеминутно. Недавний сольный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке собрал зрителей из 60 стран планеты. Тогда билеты раскупили за месяц. Незабываемое шоу застенчивый казахстанский певец устроил и в Кремле. Сольный концерт, где присутствовали тысячи людей из 56 стран мира, 31 декабря будет показан в эфире телеканала «Хабар». Наша редакция предлагает вспомнить многочисленные достижения и победы казахстанского певца. Салем, Докстар. Бразильское веб-радио приветствует поклонников Димаша Кудайбергена на казахском языке. Там есть огромный штаб фанатов казахстанского артиста. Фан-клуб насчитывает порядка 4000 человек. Каждый четверг в 21:00 здесь рассказывают о творчестве Димаша, о его детстве, родных, друзьях, о Казахстане. Тут и перевод не нужен, его теперь узнают все, без исключения. Звонкий, яркий, талантливый. Сын великих степей, сегодня гордость страны и артист мирового масштаба. Его голос выводит из депрессии. Чтобы попасть на его концерты, фанаты копят деньги, учат казахский, пересекают океан и ждут кумира часами в аэропорту. Я видела его целый день. Я не знаю, и в какое время он будет там. А ты живешь в Москве, да? Да, да. Эти песни лечат людей. Everything. It's all yes. Wonderful. It makes me cry. This is amazing. Splendid. А это то самое выступление на известном китайском шоу, после которого всего за сутки о Димаше узнала 10-я часть планеты. А потом сольники в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и на всех концертах полный аншлаг. Америка слушала с замиранием. Такого таланта новый свет еще не видел. В зале негде яблоку упасть. 20 тысяч из 60 национальностей. А в тот вечер одна большая семья, безумно любящая Димаша. Это день, когда сбылась моя мечта. В Америке на знаменитой арене я играл на домбре, исполнял казахские песни. Я мечтал об этом с детства, и сегодня перед глазами появлялись эти воспоминания. И я дальше готов продолжать свое творчество. Казахстан подарил феноменальный голос миру, а он домбру и казахские песни. Скромный парень из Актобе стер границы между странами и оставил только ее – любовь к живой музыке без фонограмм. Казахский, английский, французский, русский. Неважно, на каком языке поет Димаш, его песни знают наизусть. Кумирами звезд становятся сами же звезды. Главное открытие этого года – певец Димаш Кудайберген. Добрый вечер. Гран-при славянского базара, второе место на китайском «I'm a singer», певец года по версии песни года 2019 в России, а недавно заслуженный деятель Казахстана. Мы давно потеряли счет успехам Димаша, ему всего 25, и это только начало. Голосом с бархатным тембром, с невероятным диапазоном смогут насладиться и зрители нашего телеканала уже завтра, 31 декабря. Не пропустите невероятную атмосферу сольного концерта Димаша в Кремле в эфире «Хабара» в 16:00. Динара Жанбатырова, Айгуль Амантаева, Ринат Садыров. Итоги дня.